среди потомства Тахтамыша известны имена пяти его сыновей: Джалаль-ад-Дин, Керим-Берди, Кебек, Джепар-Берди и Кадыр-Берди. Каждый из них успел побывать на троне, хотя и очень недолго. Чудом избежав истребления после разгрома своего отца, сыновья Тахтамыша жили изгнанниками на чужбине, ища поддержки то у литовского, то у московского правителей. Тем временем в их родном государстве, Золотой Орде, безраздельно властвовал Беклеребек Эдиге, по своей воле ставивший и свергавший угодных ему ханов. Сыновья Тахтамыша долго ждали подходящего момента, когда им представится возможность уничтожить Эдиге и воссесть на отцовском троне, отнятом у их семейства. Первым начал действовать Джалаль-ад-Дин, который в 1411 году выступил из Киева, занял Крым, а отсюда двинулся на Сарай, где сверг хана Тимура, ставленника Эдиге, и занял трон. Казалось бы, справедливость была восстановлена. Род Тахтамыша, надолго отстраненный от власти, возвратил себе ранее принадлежавший ему престол. Но на деле оказалось, что каждый из пяти братьев все эти годы готовился сражаться не за честь всего рода, а только за то, чтобы добыть ханский титул для себя одного. Джалаль-ад-Дин продержался у власти лишь около одного года. Он был разгромлен и убит собственным братом Керим-Берди, а тот, в свою очередь, был свержен другим братом, Кебеком. Усобица братьев была выгодная Эдиге. Он изгнал Кебека из сарая. Керим-Берди хотел было воспользоваться этим и вернуться на трон, но в борьбу вступил следующий брат, Джепар-Берди, и устранил его. Последний и самый младший из пятерых братьев, Кадыр-Берди, сумел нанести Эдиге последний удар. Беклеребек погиб в бою. Однако и сам Кадыр-Берди в те же дни скончался от ран. Мечта наследников Тахтамыша сбылась, Эдиге был повержен. Но праздновать победу, по сути, оказалось некому. Пятеро братьев полегли в схватках с Эдиге и друг с другом.